Улица Гаевского находится в историческом центре города Видное. Первое название улицы – Крайняя. За ней в 1950-е и начале 60-х годов было поле, на котором крестьяне сеяли зерновые или горох. В 1980 году она переименована в честь Павла Федоровича Гаевского, первого директора Московского коксогазового завода, жившего на этой улице. Вы живете на улице Гаевского? Да. А вы знаете, в честь кого названа эта улица? Знаю, конечно. Ну, расскажите. Да, в честь бывшего директора завода МКГС, так назывался. Вы давно живете на этой улице? Давно, да, сравнительно. Улица очень Гаевского. Нравится, да. Сама зеленина, сам чисто, так культурно, как бы, шума мало, очень хорошо. Вы знаете про улицу Гаевского, в честь кого она названа? Гаевского знал, Царство Небесное. Ну, кто такой Гаевский? Был строителем коксогазового завода, по-моему. Да, я слышала, это директор, как первый директор коксогазового завода. Вот, и в честь него названа улица Гаевского. Улица Лемешко расположена в северной части города Видное. Это одна из самых старых улиц города. До 1967 года называлась Северная. Переименована в память о заведующем лесопарковым хозяйством Видного Тимофее Игнатьевиче Лемешко, внесшем большой вклад в озеленение города. Я живу на улице Лемешко. Я не знаю, почему она так названа. Кто такой был Тимофей Лемешко? И почему все с него назвали улицу, как ты думаешь? Это, наверное, какой-нибудь герой. Вы знаете, кто такой Тимофей Лемешко, в честь которого была названа эта улица? Ну, говорят, озеленитель города Видное. Коксогазовый построили, чтобы легкие у города появились. И он построил, посадил зелень, деревья, кустики. Хороший мужик был. Вам нравится жить на улице Лемешко? Супер. Самая удачная улица в городе. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.